Сколько проектов от городского округа Мытищи было представлено на конкурс «Наше Подмосковье» за 5 лет существования премии? Премия проводится уже в 6-й раз. Она была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальной активности и гражданских инициатив жителей региона. За 5 лет от городского округа Мытищи было представлено более 2000 проектов. Победителями стали 270 человек. Участие в конкурсе может принять любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, имеющий постоянную или временную регистрацию на территории Московской области. Для этого необходимо реализовать социально значимый проект на территории Московской области, подать проект на сайт, пригласить в него вашу инициативную группу и презентовать его. Какой призовой фонд премии в 2018 году? Призовой фонд традиционно составит 180 миллионов рублей. Участники могут получить от 55 тысяч до 500 000 рублей. Количество победителей – 2018 человек. Проекты подаются в одну из 4 категорий – инициатива, команда, объединение или сообщество. В 2018 году проекты представляются в 7 номинациях. Прием заявок проводится с 26 марта по 31 мая. Итоги конкурса будут подведены уже в сентябре. Какие особенности проведения конкурса в этом году? Ежегодно количество участников конкурса увеличивается. В этом году немножко сокращены сроки проведения. На подачу заявки отводится всего 2 месяца. Поэтому все-таки хотелось попросить граждан, желающих принять участие, не затягивать с подачей заявки и прийти пораньше к нам. Среди существенных изменений этого года это у нас появляется фильтр дополнительный при оценке проектов, организации профильные по каждому направлению по номинации будут оценивать проекты, профильные организации. Например, проекты, относящиеся к проблемам инвалидов, да, будет оценивать соответствующая организация, занимающаяся этим. И, как нам опять-таки сказали на совещании, что данные организации даже очень хотят проявить больше участия и наградить своими какими-то спецпризами понравившиеся им особо проекты. Где можно получить всю необходимую информацию о премии «Наше Подмосковье»? Узнать все подробности и подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте наше-подмосковье.рф. По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться в подразделение по связям с общественностью по адресу Новомытищинский проспект, дом 30/1, кабинеты 301 и 307В, либо по телефону 8498-687-1945.